Это не замороженный конфликт, а настоящая война в горячей фазе. Так охарактеризовал события на Донбассе президент Украины в интервью британскому телеканалу Sky News. Петр Порошенко пообщался с прессой сразу после встречи с премьером Терезой Мэй. В интервью глава государства подчеркнул, что необходимо продолжить давление на Россию. Также Порошенко считает очень важной солидарность мирового сообщества с Украиной. Некоторые пытаются называть это замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. Это горячая российская агрессия против моей страны. Санкции — это единственный механизм, чтобы держать Путина за столом переговоров.